Из микрофона. Тут женщина какая-то нарисована. Фотография. Нет, это просто выкликала. Пальчик убили. Ведет его в отделение насильно. Никаких оснований предъявлено не было. Кроме того, что якобы на фотографии в его паспорте изображена женщина, а не он сам. Собака по кличке Джек. Обозначила сигналом. Что? В таком-то чемодане. Возможно, находится наркотический. На каком основании вы нас задерживаете? Какого преступления? Я вот, товарищи, как долго здесь? Они могут покинуть здание, либо они задерживают? Сейчас, когда они задерживают, сейчас по оперативному мероприятию закончится. Как долго? Как будто они голодные и в длительное время не в порядке, какие они голодные? Самое кратчайшее время. Сколько примерно?